В Саянске перед судом предстанет 25-летний мужчина, который убил свою супругу в ЗАГСе. Туда пара пришла, чтобы подать заявление на развод. В какой-то момент обвиняемый достал нож, 30 раз ударил им свою жену и перерезал ей шею. Страшная расправа произошла на глазах у 11-месячной дочери пострадавшей. Девушка умерла сразу. Преступника скрутили сотрудники охраны, а потом передали полицейским. Мотив зверского поступка – ревность и неприязнь. Задержанный свою вину признал, экспертиза признала его вменяемым, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дочка погибшей сейчас живет с бабушкой.